Если вы хотите получать дипломы, не ездите на Огненскую ноту. Если вы хотите просто приехать и побезобразничать, не ездите на Огненскую ноту. Но если вы хотите попасть в теплую семейную атмосферу, послушать хороших песен, познакомиться с новыми людьми, приезжайте на Огненскую ноту. Спасибо. Это очень хорошо. Традиции должны быть, должны устанавливаться. И в этом смысле фестиваль «Огненская нота», который фестиваль становится традиционным, и которому мы очень благодарны за то, что просто этот фестиваль есть, за то, что он нас собирает, и за то, что пытается, и удачно очень пытается, в себе собирать несколько поколений авторской песни и людей разных направлений в этом жанре. Это очень здорово, это дорого стоит. И, собственно говоря, именно поэтому мы и здесь, потому что однажды, побывав на Огненской ноте, мы поняли, что здесь имеет смысл бывать, хочется поддерживать этот фестиваль своим присутствием, своими концертами, просто эту атмосферу насыщать и вот своей нотой, ну, такой Огненской. Приглашаю всех на фестиваль «Огненская нота». Это самый классный фестиваль, на котором я была. Ура! Ну, что я хочу сказать про Огненскую ноту. Я был здесь несколько раз, и всегда у меня такое ощущение, что я приехал к близким друзьям или вообще к себе домой. Потому что здесь одновременно царит и талант, и прекрасная организация всего того, что мы называем фестиваль авторской песни и поэзии, и в то же время все очень мило и по-домашнему. Не во главе угла здесь конкурс, что я очень люблю. Я не люблю соревнования. Авторская песня – это не прыжки в длину, где меряют сантиметры или там килограммы. Авторская песня – это всегда открытие своей души и понимание души того, кто находится рядом с тобой. Этого всего на Огненской ноте много. Я очень советую людям, которые здесь еще не были, приезжайте и посмотрите сами. Спасибо за приглашение, спасибо, что вы сюда пришли. Я рад, что я побывал здесь несколько лет назад на Огненской ноте. Это вообще особое событие какое-то такое. Таких фестивалей знаковых, их не так много в стране. Огненская нота – один из них. Спасибо вам, дорогие друзья, и до новых встреч. Спасибо, друзья.
Спасибо.